Региональный оператор, который будет собирать средства на капитальный ремонт многоэтажных жилых домов, заработает меньше, чем через год. В четверг в областном правительстве состоялось первое заседание попечительского совета при вице-губернаторе. В его состав наряду с чиновниками вошли депутаты городской и областной думы, представители общественной палаты и другие. В качестве руководителя новой структуры на рассмотрение у губернатора 4 кандидатуры. В их числе Елена Сисягина, директор одной из городских управляющих компаний. Что касается тарифа, правительство предлагает собирать 5 рублей с квадратного метра жилья. Однако по подсчетам, чтобы дело пошло и дома начали ремонтировать, нужно как минимум 6,20 с одного квадратного метра. Какая цифра в итоге окажется в квитанции, покажет время. Постараемся на мартовское заседание областной думы вынести соответствующие документы для принятия. Если что-то затянется, то на апрельское. В зависимости от этого, собственно говоря, будет определено начало работы оператора, сбора денег. Это будет либо декабрь, либо январь. Декабрь 2014 года, январь 2015 года.